Всем добрый день, дорогие друзья, с вами Негрос, и мы сегодня будем играть в Mortal Kombat XL за другого персонажа из Combat Pack 2, это будет Бурайчо. И я бы хотел показать вам, как я играю в стиле Дыхания Дракона. Этот стиль более такой простой и понятный. А другие стили мы рассмотрим, наверное, уже в других видео. Против нас играет Марш за Кейна в крутом костюме, очень, кстати. И это будет стиль Команда. В этом патче, в последнем, Кейна в этом стиле довольно мощный. А здесь у меня есть некоторые огненные приколюхи, и, возможно, даже я смогу в углу показать вам кое-что интересное. Так. Забавно то, что персонаж пускает газы, и как бы это все не выглядело нелепо, в данной игре это довольно эффективно. Так. У Кейна есть парирование. Вот таким вот образом можно ловить. И вот такие комбули делать. И потом можно топнуть. Можно топнуть экс-топание. Так, тихо. Бежим. Ловим. Ой-ой-ой. Вот это я немножечко протупил, не вовремя нажал. И видите, в меня Кейна просто весь экс-рей слил. Но, кстати, это невыгодно. Так, попадаем. Отходим. Что-то я не попадаю. Теперь вот так. Можно... в углу мне можно было сейчас сделать... одну очень прикольную штуку. Давайте побежим. Прямо под SS AD Home. Так, это фаталити, ребята. Ой-ой-ой, вот это, конечно, жестко. У Бурайчо не такие уж и шуточные фаталити, я вам скажу. Они довольно жесткие. Следующий соперник — Бродвей. И получается, вы заметили, что я противника поднимаю с земли экзовым топанием. Потом можно, в принципе, выйти в плюс на блоке, чтобы почему-то у меня не вышло, и дать комбу, потом дополнить ее экзовым выбросом огня, который является unblockable, то есть его нельзя заблокировать, и противник выводится на второе комбо, сам того не ожидая. Но если он ожидает, то, скорее всего, по голове уже получу я. Окей. Вниз 4. Пока что матчап неизвестен, поэтому... Так, так. Поднимаем. Он ожидал. Встаем. Как это так получается? Тихо. Ага. Животом. Никак не. Попробовать, что ли? И поднимаем. Отлично. Вот это прямо нормально. Не слабый противник мне попался. Слишком много рисового. Так, прыжочек. Окей. А может быть... может быть попробовать... вот так сделать? А как он прошел-то?
Интересно, как он прошел. Так, попробуем экз. Подкат. Так, отлично. Экз. Нет? Странно это. Подкат. Еще раз живот. Не будет он на меня, интересно, лезть? Ну, ему сейчас это невыгодно. Опа! Пропустил, дружище. Так, и теперь попробуем, знаете, что сделать? АДС-2. АДС-2. Ну, энд, точнее. Это уже второе фаталити. Похоже поначалу, да, но нет. Здесь уже Борачо его такой отравой напоил, что аж внутренности наружу полезли. Новый соперник Хэппи. Так, ребята, вы еще должны знать об одной интересной штуке, которая есть у Борачо. Это экзовый бросок огненного шара. Дело в том, что если вы попадаете этим огненным шаром по противнику и сразу же его бьете, то есть вблизи, это не комбо. Но если попадаете с расстояния, да, допустим, в пол экрана или дальше, и потом подбегаете, укрывшись за ним, то это комбо. Видно, что ребята пока не знают матчапа. Давайте я подниму его. Так, вот. Вот о чем я и говорил. Вот это я и хотел продемонстрировать. Тихо. Я так понимаю. Кстати, вниз 4 у Борачо вообще отлично работает. Очень далеко бьет. Давайте посмотрим, что он делает. А, низ. Ну, у меня у самого матчап, что против Сайрекса, такой себе. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Тихо. Тихо. Не реагирует на оверхед. А, то есть он может. Иди в угол. Он может все-таки это сделать. Так, кладем огненный ковер, экз. Конечно же, экз, ребята. Давайте-ка сделаем фэкшн килл. Эм, он даже свою бутылку разбил. Настолько он серьезен. А ведь Сайрекс-то хорош. Продолжаем играть против теперь Кунджина под ником Scream. И судя по этому чакруму у него на поясе, это, по-моему, стиль Шаолин, я уже не помню точно. Я за Кунджина играл очень мало. Тут будет написано. Вниз 4 давайте. Ага. Смотрите, как получается. Он все блокирует. Он очень странный. Он блокирует реально все. Но он это не заблокирует. Так, все-таки сбился парень. Так. Поднимаем, делаем ему. А он сгорит, нет? Вниз 4 делаем, но мы при этом сами в углу. То есть очень чересчур пассивно играет этот Кунджин. Воу-воу, тихо. Так. Окей, раз он в блоке, то мы... Ага. Но это видите как... Я не попадаю, то есть мне нужно понимать, что нейтральный джамп-панч лучше не делать в этом случае. Его лучше не делать, и теперь я буду четко это понимать. Так, пошли комбо. А вот это зря, кстати.
Так. Теперь я их просто делать не буду. Да ладно, залагал, и я комбу не сделал. Вы представляете? А все, теперь. Нет, ребята. Не все, не все. Можно было, кстати, сделать бруталити, но я что-то не догадался пузом ударить, тогда бы его просто разорвало. Вот эти газы, они очень неплохо действуют на противников, которые любят на вас постоянно прыгать. Ну и на этом, пожалуй, все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Плейлист со всеми сериями Mortal Kombat XL будет в описании. Увидимся в следующих видео. Всем пока!